Уверенным и ловким движением руки Ольга вместе с напарником разрезает электрическими ножницами отмеренный кусок ткани. На швейной фабрике она работает уже больше 8 лет. Здесь ее привлекает дружный профессиональный коллектив, а также современное высокотехнологичное оборудование. Ради этого Ольга ежедневно ездит в Одинцово с другого конца Москвы. Пришла на работу и как бы стала работать раскройщиком. В принципе, у меня больше 20 лет стажа ручного кроя. Вот. Ну, а потом сюда пришли и уже перешли на машины. Предприятие существует уже 10 лет и специализируется на пошиве спецодежды для медицинской сферы, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Сейчас на фабрике трудится около 90 человек. В ближайших планах увеличение объемов производства и расширение штата до 400 сотрудников. Примут на работу и беженцев с Донбасса. Главное условие – имеющийся профильный опыт не менее 2 лет. Для иногородних у нас есть общежитие, за которое, в принципе, платим мы. Люди проживают, работают у нас, получают у нас зарплату. При этом нужно выполнять норму выработки, которая положена для конкретной модели. Если есть какие-то нехватка навыков, мы, конечно, подучим там. Ну, не все люди умеют работать на каком-то специальном оборудовании, этому мы, конечно, научим. Но мы, конечно же, хотели бы видеть в наших рядах профессионалов. Сегодня на фабрике есть раскройный и швейный цеха. Обустраивается еще один. Поэтому работать будет комфортно. В первую очередь требуются швеи и рабочие. Но также нужны контролеры, упаковщики, технологи и мастера. Достойную зарплату и интересную работу здесь гарантируют. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».